Spider on my chin. Просто красавчик. Друзья мои, поехали кататься на великах. А Диана не умеет кататься на великах, так что Диана кайф. Нет, я умею более-менее, меня научила Настенька моя. Но я не хочу кататься сегодня. Я застряла здесь с ним. А вообще Кёнджу известно как город, в котором катаются много. Что тут можно кататься. Много мест, в смысле, можно много парков. А не, я тут, мы сидим. Не поверите, там ранен мой приятель. Серьезно? Вот и со. А не и со. Такси, а не? Там Квон Су в этом машине сидит. Are you kidding me? I'm like... Господи, мне что так плохо? Oh my god, I'm so happy right now! Господи, ну когда он уже выйдет? Я не могу... Oh my god, I'm so fangirling right now! Hello! Oh my god! Oh my god, they're like right there! Господи, как я сейчас рада! Давайте за ними бегать, пожалуйста! Господи, я сейчас так рада! Вы бы только знали! Они прям там, вы понимаете? Вы понимаете? Куда они бегут? Пожалуйста, можно они тут останутся? Это ужасно! А может придет мой любимый Юджисок? Где Юджисок? Может быть, другие придут? Господи, этот влог просто великолепный! Я не знаю, что сейчас сделать, чтобы этот влог был невеликолепным. Он просто шикарен. Господи, они тут, понимаете? Там Квон Су! Он вот такой вот просто ростом! О, господи! Здесь так плохо сейчас. Вы только знали, ребят. Господи, это самый счастливый день в моей жизни. Вы даже не представляете. Они с ними разговаривают. Они это мои одноклассники. Ребята. Hey guys, you're gonna be on TV. Вы понимаете, что мои одноклассники потом появятся на TV? Вы понимаете это вообще? Sorry. Мило. Но мило. Go. Why not? No. Stop, sister. Wow, you're gonna go on TV. I'm in the television, TV. Bro. Let's go. You got... Только они? Почему не только они? Тут же все были, нет? Ой, Квансу! Видели Квансу, и я рада. Хоть из всех, пусть это был именно Квансу, но я рада. Сейчас скоро пойдем кушать. Так что да. Все отлично. День просто шикарный. Влог просто шикарный. Как его назвать? Running Man. Так и назову просто. Столько просмотров будет. Ах. Нет, я просто так рада. Скоро пойдем кушать. Тоже насчет этого рада. Я и Адам. Адам, то есть так странно, что я так называю Адамом. Адамом? Я обычно его называю Адам. Да? Да? Да. Say да. Да. Но, я не знаю, что я так называю. Так вот, мы и с ним сидим. Ждем наших друзей, потому что они катаются на великах, а мы не хотели кататься на великах. Они сказали, мы пройдем один круг и вернемся. Их нет. Все очень странно. Я устала. Я так говорила до того, как я увидела Квансу. Потом я сразу мне стало хорошо, как я его увидела. Может, сейчас тоже чем случится? Не знаю. Сидим в кафе Бена. Где этот знак?
Вон он там. Вот он там. Сидит в кафе Бена, ничего не заказывает, лежат мои очки. Просто ждем, ребят. Очень долго катали. Окей. Мы кушаем. После долгого дня. Сейчас нам принесут мяско. А это пока, да, пока салаты все. Я сейчас очень довольна. День просто шикарный. Просто вот не знаю, что можно было еще сделать, чтобы сделать мой день лучше. Ай, сейчас пойду домой. Полежу на кроватке, подумаю, какой прекрасный день. Может быть, начну сразу редактировать видео, потому что видео просто шикарное, и нужно его выложить как можно быстрее. Но да, все отлично. Едем домой. Один урок. Мы ugly. No. Красивая. Yes. Very красивая. Я красивая. Ты тоже. Спасибо. Чунгмин is so good at it. I just can't. Thank you. Так вот, мы едем до станции и оттуда едем. Наконец. До станции. Вот с чем я еду. А тут собачка. What is it say? Hobo? It's a tail. И она типа потомок какой-то там старой породы собак. Вот она! Looks like a wolf. But they have it! Очень-очень-очень короткий хвостик. Я перепутала. Извиняюсь. Они такие милые, они как волки. Идем обратно. Очень устали, очень хочу спать. Может, я засну, может, все будет лучше. Вопрос, который я не говорила. Короче, мы приехали, я очень рада. Сейчас... моей однокласснице, моей подружке, мама заберет нас, мы поедем. Да. Так что я была очень рада,